Друзья, всем привет! Сегодня в этом видеоуроке я хочу вам показать, как сделать вот такой вот цветок. Для изготовления цветка нам понадобится насос, понадобятся ножницы, понадобится 5 красных шариков 5-дюймовых, также один белый 5-дюймовый, 5 зеленых 5-дюймовых, ШДМ 260 размера и 5 фольгированных сердец 9 дюймов. В первую очередь надуваем фольгированные сердца. Стараемся надувать до таких пор, чтобы не было явных больших складок, чтобы сердце было пузатенькое. Вот. Далее берем хвостик, вот таким образом скручиваем его. Можно пользоваться запайщиком. Далее завязываем. Точно таким же образом завязываем остальные 4 сердца. Итак, после того, как мы надули все 5 сердец, начинаем их связывать. Берем за хвостики и связываем. Далее вот таким образом можно вставить, перекрутить. Привязываем 5-е. Так в итоге выглядит наш цветок. Итак, друзья, после того, как я надул 9-дюймовые сердца фольгированные и связал их вместе, я надул шарики. И откалибровал их на 2,5 дюйма. Далее берем шарики и связываем друг с другом как можно плотнее, то есть очень плотно привязываем друг к другу. Вот так вот. Далее формируем из красных пластик. То же самое проделываем с зелеными. То есть можно перекрутить вот таким образом, чтобы подтянуть их еще больше друг к другу. Итак, друзья, после того, как мы сформировали вот таких 2 кластера, мы берем наш цветок, расправляем лепестки, прилаживаем красный кластер в центр, вот таким образом. Далее переворачиваем. В то
Вставляем зеленый кластер. Берем шарик для моделирования и связываем. Стараемся связать как можно плотнее. Расправляем лепестки. Вот что в итоге получилось. Далее берем белый шарик. Я его надул произвольно. Сердцевинку. Вот такой получился цветок. Ну, теперь я взял Шедем 260-й. Который надул предварительно. И привязываю вот сюда в центр. Такой получился цветок. Итак, друзья, на этом все. Я надеюсь, вам понравился этот видеоурок. Если это так, то ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии под видео. До скорых встреч. Пока-пока.